здесь появляются такие отношения, которые называются идеальными. То есть это перестанет стоять маленький ваш коллега. Но если ребенок это почувствует, он будет подавать все, что у него есть. Почему начинается обучение? Вот к вам приходит ребенок, большой, маленький, и вы начинаете его тестировать, правильно? С чего вы начинаете его тестировать? Что вы делаете? Самое главное, нужно забыть, что вы сейчас начнете экзаменовать ребенка. Постарайтесь, чтобы он думал о чем-нибудь другом. Спросите, ну как у него дела, чем вы занимаетесь, что он любит, а кто ему лучше друг. Когда он освободится, особенно маленький ребенок, он потихонечку начинает вам доверять. Он потихонечку начинает работать на вас. И вот тут-то нужно с ним и начать его тестировать. Как? Для того, чтобы определить колосочек, какой он есть, и для того, чтобы начать обучение, самое основное, нужно понять, где его рабочая середина. Поверьте, это очень немаловажно, потому что если вы не определите его рабочую середину, то может быть большие ошибки, которые потом тяжело исправить. Я в своей жизни пострадала от этого очень сильно. Здесь такая вещь присутствует. То есть вы диапазон одного такого, второго. Другой номер рабочей середины внизу, а у другого рабочей середины вверху. И вот если вы скажете, спорим я любую ноточку, которую ты сейчас хочешь спеть, вот удобно ли тебе ноточку? Одну. И он точно споет ту удобную ноточку, указывая, где его рабочая середина. Советую исключение. Может по-другому быть. Так, я никого не слышу. Не мешать. Вот он споет именно ту рабочую середину, от которой вы будете плясать вверх и вниз. И здесь очень важно определить, какой у него голос. Ошибка моего первого педагога состояла в том, что у меня был низкий голос, но светлый тембр. А она решила, что я высокая сопрано. И гоняла меня, и гоняла, и гоняла. И в конце концов, дав арию царевны лебедь, я порвала первую связь. Это когда, сами понимаете, что такое разорвать себя в корне. Понимаете, какими она кусочками была, и она никогда больше не сопрягнется от холма, всегда будет мешать швы. Но, к счастью, оказался очень грамотный врач, который поставил на связку скобку, металлическую скобку там, смотрите, 4 месяца молчания. Но она ровненько зажала, и вот этот шовчик потом рубец пристегнулся, но он был ровный, и связочка плотно смыкалась. Правый диапазон сразу упал. Из моих студентов, к счастью, ни одного нет у меня с проблемами голосовыми. Я это очень тщательно слежу. И вот когда вы определяете, где у ребенка рабочая середина, а она впоследствии говорит, какие-то анализы нужны для этого ребенка. И вот вы учите его, да, конечно, если это маленькое создание, то это одна школа, это одни приемы. Если это уже средний, как говорится, средняя группа, тут папа сильнее отца, но тут вас подстерегает мутация. Мутация, которую у каждого проходит по-разному. Я мутировала жутко, дочь у меня мутировала просто безобразно. И сейчас у меня мальчик, он пел как, ну, вот, на одном волне, Джамайку, может, видели, слышали. Пел тенорина, а через полтора месяца это превратился в баритон. Резко упал через один голосовой проем. И у девочек, говорит, а у девочек нет мутации. Неправда. И у девочек есть мутации, у всех есть мутации. Когда идет гормональный подъем, все идет, мутирует как у мальчиков, так и у девочек. Только у мальчиков это более ярко выражено. Это у них все.
Здесь и со старшими. Со старшими тут уже легкая работа в плане того, что мутация прошла, голос уже плотный, но зато у них жесткие связки, жесткие мышцы. И обучать их становится не так просто. Они готовят, например, комплексы, чего-то еще. Для этого нужно пройти всю кухню подготовки. И первое, что нужно сделать, это научить ребенка дышать. Как вы думаете, сколько у нас позиций дыхания? Какое у нас дыхание есть? Смешанное. Понятно. А что входит в это понятие смешанное? Никогда. Нет. Значит так. Вместо петь нельзя. Это всем понятно, правильно? Почему? Потому что во время пения связки, которые нагнетают в себя кровь, они становятся красными и греются. Во время декретных дней это происходит без пения. А если на это еще и второе наложить, получается слишком сильная напряженка, и там появляются и порезы, и узлы, и кровоизлияние, все, что хотите. И еще. Первый день у нас все открывается. Так мы еще поможем, так открыться. Второй день клещет, а мы устраиваем опору опять. Это может кровотечение вызвать. Третий день все закрывается, мы разрываем. С детьми тут тоже вопрос. Почему зачастую у певец уже нету детей? Понимаете? Это как раз вот эта штука. Раньше об этом просто не думали. А это важно. Вот она встала, ножки по центру и подбородок навсегда по параллельному полу. То есть не зажали, не перетянули. Единственное, чтобы освободить шейку из стороны в сторону, мягко, потихонечку. И вот она вздыхает. Пожалуйста, вдохни. Вздохни, тебе петь. Вздохни, ну. Вот, значит так. Никогда не спеши брать вдох такой. Нет. Потом, я за комбинированный вдох рот-нос. Вот почему? Сейчас объясню. Вокалисты-кадинисты против этого. И, может быть, они и правильные, но с нашей позиции по-другому. Я объясню потом. Значит так, существует диафрагмовое дыхание. Ну-ка в диафрагму вдохни. Нет дыхания. В живот. Так? Это первая фаза. Дальше. Нижние ребра. Я сжимаю, разожми вдох по моим ребрам. Ой, мои руки ребрами. Еще раз. Спокойней. Пластика, да. Иначе будут сопли. Еще раз. А теперь вздохни мне, пожалуйста, в уголочке легких. Сюда. Молодец. Да, не получается. Диафрагма нижняя, реберная и спинное. Конечно, тяжело спиной дышать, но представьте, что у вас вот кончики спины, кончики легких и в самый низ надо вдохнуть. То есть полностью в объем, полностью легкого вдохнуть. Это нужно поставить вот так руки и вздохнуть, вот просто увидеть глазами, где они там. И плечи чуть уходят вперед. Развернуть спину. И нужно это поделать. Если ребенок никак не усваивает дыхание, вот так поставить его сюда, ноги назад, сказать, вдохни живот через набор. И вот он так поделает, и когда встанет, он будет работать правильно. Зажав себе здесь, разжимать свои ручки, ты тоже будете правильно. Все это нужно делать отдельно, а потом все вместе. И вот эта вот накачка пойдет потом. Как объяснить, что такое опора? Ну, старшим я говорю, тушься. Правильно? Маленьким говорю, вот сел на горшок, а не получается. Они понимают, это ясно и понятно. А то вот как подветривая начать считать это всю муру.
Там педагоги не понимают, не то, что дети. И вот она вздохнула. Да. Запомни, здесь только работа. Вот так пошло все. Понимаете? И что еще, почему я ратую за ротовой вдох? Посмотрите, если мы берем вдох, оно сразу у нас выстраивает наш купол. А если... А потом это выстраивается. Это лишнее движение. Правильно? Все заложили носом, все собрали, и время ушло, и на каждую ноту начинаем выстраивать. А в чем важность? То есть ты взял вдох, взял зевок и держишь его. И вот в нем надо все научиться петь. То есть поставил постановку голоса, и всю в этом куполе петь надо. Вот, а это надо научиться этим не дышать, думать об этом и об этом. Поняла? И когда вы начинаете с ними работать, не держите их в стойке. Пусть они гуляют. Потому что единственное, что помогает не зажаться, это движение. А когда они стоят у рояля, они уже зажались. А когда они ходят, вот, и во время хождения ну, ничего не может зажаться. Понимаете? Это поможет. Да и на эстраде сегодня нельзя, не стоять, нет. У меня они сидят на полу, они поют, как я говорю, шнурки. Вот он взял со стула, шнурки завязывает и поет. И не потому, что я очень выпендрюсь, а потому, что есть мюзиклы, где у меня Володька схватился ногами за сетку на сцене и вниз головой, и он спел всю свою арию вниз головой. Вот. А какая тут опора? Вот здесь опора оказалась. Ну, это сцена, она требует своих условий. Поэтому они поют и так, и так. А первые условия, когда они начинают ходить. И им это помогает, им легко, руки двигаются, и нету зажатия нигде. Но вот она вздохнула. Вздохнула. И понесла. Вот у нее, вот между этими ребрами, находятся мышцы. Вот здесь крепятся полостные мышцы, которые идут по брюшине. Там с внутренней стороны, не с внешней, где мы ножки вверх, ножки вниз, да? А там, в глубине, находятся те самые мышцы, которые владеют вот воздухом, которые нам посылают воздух. То есть мы берем беспорядочный кусок воздуха, и его нужно схватить мышцами и послать сюда. Вот представляете себе, у вас кусок теста. Вы его все вот так собрали, а потом вот так нажали. Отсюда полезет тесто? Полезет? Вот если на тесто нажали. Да. Вот точно так мы мышцами собираем весь этот воздух и, опираясь на него, выкидываем струйку сюда. Есть другая школа, когда они подползают под этот воздух и подкидывают. Да, так тоже можно петь, только невысоких. Ни фонда, ни не споешь. И длинные фразы не очень получаются. А посему надо петь на опоре, опираясь на воздушную подушку. Как бы как, по принципу тюбика выжимая сюда воздух. И вот воздух несется здесь. А здесь мускулатура тоже шалевает. То вот так, то вот так. Нужно резко, почему? Чтобы путь воздуха был моментально вперед ушел, чтобы короткий был, чтобы плотное здесь было положение. Значит, надо тренировать эти мышцы. Как? Отпускаем челюсть, которая у нас, кстати, будет очень большая борьба с ней. И делаем упражнение бегущей собаки. Ничего страшного. Другой разговор. Так мы не дышим в жизни. Ну, взял бутылочку гладную и еще потренировал. Понеслась сюда, поднялся сюда голос. Пока он здесь, он шипит, это просто шип. Как только он соединяется со связками, это уже звук. Шип легкий, а звук тяжелый. И значит, нужно научиться его провести по полости рта через верхнюю челюсть
и пропуская чуть-чуть вперед легкий воздух, он как бы за собой тянет правильным путем тяжелый звук. И вот я когда вам покажу упражнение, я вам подскажу, что сделать, как можно, чтобы он все-таки летел, свободнее летел звук. И вот она, вздохнув, собирает воздух, опирается на эту воздушную подушку и посылает все это сюда. Посмотрите, что это. Ой, сейчас я... Да, возьми стучку, сейчас я возьму связки. Да? Что? Что такое? Ну, ответьте, что такое? А? Мышцы. Мышцы, правильно. Ну, и какие они? Так, знаете, давайте сразу. Я вам сейчас нарисую как бы в горлышко в разрезе. Вот четыре позиции. Представьте себе, что мы поперек разрезали горлышко. Вот эта щель голосовающая. А вот здесь вот краешки, вот это все связки. Это мясо. А вот краешки у нас поющие. Вот эти краешки. Вот примерно здесь вот летит в воздух, и это примерно середина. Ой, правильно все. Середина. Летит в воздух. А если эти связочки группируются вот сюда в бока, они становятся толстыми, как задыхи, и дыхание вот такое оно рассеянное. Вы понимаете, что это низ. Да? Низ. А вот если у нас вот такая вот позиция, все связочки середине растягиваются сюда, уже края супер тоненькие, и вот как нужно сжать воздушную подушку, чтобы вот воздух, чтобы он сюда пролетел. И вы, конечно, понимаете, что это вверх. А бывает свисток, когда соединяются связочки, и только на самом верху вот такая вот дырочка. И как нужно плотно собрать воздушную струйку, чтобы она попала сюда. Какие тут папиросные краешки, которые могут быть сорваны, разорваны, испорчены, а и как? Поэтому мы учимся собирать воздушную струю и как бы ее прессовать. Делать вот, вот если здесь это как ручка от велика, то здесь это как спица металлическая. Вот это опасно, но это третья и четвертая октава. Вот это мы называем свисток. Свисток. Вот. Это касается, это все, сейчас я переверну, какая-нибудь чуть-чуть. Вот это позиция связки. Теперь смотрите, у нас рот, и поет примерно вот это расстояние. Но если мы научимся укладывать язык вот так, то у нас уже будет петь вот это расстояние. Разница есть? Теперь смотрите, у нас челюсть, верхняя челюсть. То есть туда, куда мы посылаем звук. Значит, что? Вот это зубы, 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 зубы. И мы поем вот этой крышечкой. Но если вы сейчас возьмете и почувствуете за последним зубом надкостник, твердо, вот, правильно? Если поставить рот в позицию оскала и подтянуть сюда мускулы, во-первых, мускулы прижмутся к этим косточкам, уже будет повышенный объем, а во-вторых, стянется с этой надкостницы немножко кожа, и она станет более плотной. И мы как бы вот к этим всем зубам прибавляем еще парочку зубов. И уже поймем вот такой крышечкой. У нас увеличивается объем и темп. Мы все очень стараемся сделать эти самые брекеты на зубы. И я думаю, а почему моя Мария Карне поет
негритоска поет так красиво. А рядышком стоит очень талантливая девочка, и у нее этого тембра нет. Что такое тембр? Тембр – это окраска голоса. Так вот, у Марии широкая вот эта челюсть, зубки, каждый отдельно стоит, везде щелки, а у Яны, у второй певицы, все ровненько, зубик у них, никаких дырочек нет. Так вот, у Марии каждый зубик реверберирует, так? А у Яны челюсть, понимаете? Кроме этого, у нас профиль, а у них обезьяне вот тут на росте. И вот я тогда подумала, а что если назад нам растянуть? Не вперед, у нас нет вперед, мы с профилем ходим. Так вот эти два зуба мне сразу помогли, сразу тембр усилился, украсился голос. Это все, что касается, а вы хотите сберечь? Вот, а теперь я вам нарисую наш аппарат, нос. Так, рот, бородок, чуть-чуть, не очень красиво. Вот смотрите, у нас есть ротовая полость, да, и носовая полость. Связочки находятся под углом. Понятно, да? Вот летит воздух. Вот у нас связок долетел, это шея. А дальше летит уже звук. И он летит не по прямой, а окатывая небо. И вот так. Скажите, вот у вас дома где лучше всего звучит голос? В ванной. А почему? Акустика хорошая. Да. А почему акустика? Кафель. Стенки отражают. А почему отражают? Зеркала кафель. Кафель. А где у вас какой кафель? Да. Вопрос есть. Все, посылать надо в зубы. И вот смотрите. Вот он летит, летит, летит. И вот сюда. Он в зубки летит. Но бывает, что он раздваивается и попадает в носовой ход. И что у нас получается? Правильно? Нос, нос, нос. И вот я сейчас писала тут вокалистом нос. Это говорит о том, что у вас не перекрыт ход носовой. Что мы делаем? У нас вот тут звучит, то есть струна голосовая. Да? Для того, чтобы развить голос, нам нужно увеличить эту голосовую струну. А как? Вот мы тут убиваем двух зайцев. Мы поднимаем небо в зевке и перекрываем носовой ход и увеличиваем струну. Вот эти колебания, которые идут вот так, это у нас колебания сила голоса. Но еще и сама эта струнка делится на мелкие колебания. А вот это у нас тембр. Вот тут и происходит та самая красота звучания. Чем длиннее эта струнка, тем больше она звучит, сильнее. Но еще и добавляется тембр. Потом путем упражнений мы тянем твердое небо, но тут тяжело тянется, сами знаете, да? Но все-таки тянется. Мы поднимаем дальше, добавляем силы, добавляем тембра. Затем мы опускаем челюсть вниз, мы опускаем на в грудной регистр. Здесь усиливается голос, добавляется тембр. Вот так у нас развивается голос. Это понятно? Это я просто схематично вам показываю. Но от того, как вы будете держать небо, как вы будете отпускать свободные челюсти, от этого зависит красота вашего голоса и развитие вашего голоса. Смотрите, у нас существует три школы вокала. Это надсвязочная, народники, так? У них маленький диапазон, поют они песни, зажимая гортань. У нас есть академическая школа, которая останавливается наверху, по центру и поется наверху. Кто в опере бывал, много текста понимал, много слов разбирал. Да. И все только потому, что здесь оставался звук.
И он уже не выходил сюда полностью, и дикция тут не срабатывала. Мы, минуя все это, выходим вот, например, вот такой, да. А, подтягивая вот эти мускулы под эти косточки, опускаем эти мускулы вот на эту часть. Как бы квадратик. Вытаскиваем все вперед. Если вместо там я сказала, так, Алла Джемини Бо, ну когда мы там, нам нужно все быстренько вывозить сюда. На те зубы, которые являются тем резонатором и окрас голоса, и специфика голоса появляется именно тут, когда мы все выводим вот сюда. Правильно? Вот это у нас так, это академисты, это находники, а это эстрадники. Вот это. Можете перерисовать. Все круто. Вот. Это примерно то, что вас, может быть, может интересовать. Это вот схема, чтобы вы понимали, что вы делаете. Если это не объяснить ребенку, он будет в темноте путем тыка. Вот, а, вот сейчас получилось, а он уже тю-тю, не проехал. Нет, надо все четко рассказывать и объяснять. И вот после подобных уроков вы не спешите его моментально в песню вводить. Начинайте заниматься самым главным грязным делом, чистить голос, чистить уши. И еще одна вещь. Я хочу вам сказать, что нету детей восстанавливания. Говорит, ой, у него медведь на уши не вступил. Ой, у него нету слуха. Нет таких детей. Нет. Я стала преподавать только потому, что у меня родилась дочь глухая. Что бы я ни делала с ним, она ничего не могла сделать. Сегодня у меня дочь, старший преподаватель Института современного искусства, солистка группы, акапельной джазовой группы, она поет любому регистре, любой голос слышит роскошно. А просто и просто, конечно, у вас нет в музыкальной школе такого преподавания, как реалативное обучение пению. То есть реалативное сольфеджирование. Вместо, ну кто-то знает, это венгерская система, когда вместо до, ре, ми, фа, соль, йо, ле, ми, на, соль, ла, ты, йо. При том каждая ноточка показывается, разрисовывается, и каждая ноточка имеет свой цвет. Вот эта школа очень помогает ребенку начать заниматься сольфеджио и очень чисто интонацию вычищать. И когда я свою Наташку, папа у меня слухач, говорю, папа, посмотри, что творится, ну скажи, он дочь от крест, все. Так я ревела, 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 ревела. Одна маленькая, я в 4 годика уже пела в Рижском театре оперы и балета с ансамблем Прибалтийского военного округа. А это вообще не ту минуту. И вот однажды я ей сказала, дочь, послушай свою маму, только внимательно и четко. Но у меня жили мы в 11-метровой комнате. Тут и покушать, тут и покакать, тут и повесить на горшке. И вот я ей сказала, девочка, вот видишь, спица такая, да? Да? А вот ты представь себе, что тебе вот сюда прокололи. Она вся передернулась. Я говорю, а теперь вот тут прокололи. А теперь вот тут прокололи. Я говорю, а теперь ты представь, где они все соединились. Она вот так закрыла глаза. И этот ребенок представил, где они все соединились. Я говорю, да, а теперь возьми вот так ладошки, чуть прикрой ушки и тихонечко спой одну ноточку. И когда она спела, я спросила, это то местечко, где спицы соединились? Да, сказала мама. И встала с горшка, четко пела, спят усталые игрушки. Спять и все на песенку ночную. С того самого момента она уже пела чисто. То есть там, где так называемые соединились спицы, там находится слуховой нерв, и его нужно просто сдернуть, чтобы он начал работать.
И если у вас ребенок нечисто поет, пусть он вот так, закрыв ушки, споет песенку втихаря, которую он будет петь громко. И вы увидите, это все будет чистенько-чистенько. Моему счастью, не было предела. И дальше я ее стала учить вот в этой системе, показывая. И до сих пор своих глухих студентов я показываю высокость ноги, и они выруливают. Хорошо, если найдете в интернете эту школу, приглядитесь к ней, посмотрите, посмотрите. Полезно сделать. Но я вам хочу сказать, что детенка нужно учить вот так петь, втихаря. Он будет петь очень-очень чисто. Так, отошла. Дальше. Для того, чтобы заставить работать голос, самое главное, нужно научить ребенка потянуть мышцы. Основное в вокале – это работоспособность и эластичность мышц звуковых и дыхательных. Для того, чтобы запел ребенок, нужно его мускулы, которые вот в старшем уже жесткие, надо научить их быть эластичными, мягкими, чтобы молочная кислота вышла, чтобы они, вот как знаете, после школы, вот, после лета дети возвращаются, в школу на первом уроке физкультура не все. Хорошо работает. А на утро все, все. Так же и с мышцами вокальными. Конечно, будет побаливать челюсти. Нужно растянуть вот эти мышцы. Вот те, мелкие эти. Нужно научить подтягивать к костям. Что у нас поет? Связки? Никогда. Связки формируют звук. Поют у нас резонаторы. А резонаторы у вокалиста – это кости. Грудные кости, нижний самый регистр. Вот эти косточки у нас поет середину, и это вверх. Именно они заставляют звучать голос. То же самое, что вы говорите вам. Но кроме этого, у наших косточек есть мягкие ткани. И они нависают. Вот мягкое небо там, да? А, здесь он нависает. И нам нужно научиться подтягивать костям мускулатуру так, чтобы плотно присоединять к костям, чтобы мускулы стали твердыми, как косточки. И тогда, если вот объем во рту подтянем, видите, увеличивается объем во рту, стенки становятся плотными. И звук уже бьется с резонирующими стенками и в большом объеме. То есть, больше. А как научить? Значит, это упражнение. Но есть упражнения, которые помогают это делать и без того, что вы будете заставлять работать связки. Ну вот представьте себе, нам нужно заставить работать, подтягиваться рот, но еще и нос, еще в носу. Зачастую педагоги говорят, ну-ка понюхай цветочек. Правда? Чтобы подтянуть вот к этой косточке, а у нас кости это моногидно, вот сюда, поскольку она самая высокая точка, подтянуть сюда мышцу. Мы будем тянуть годами. Берем два пальца, создаем сопротивление носу. Не вот так, а чуть-чуть. Вдох ртом, выдох носом. Сделайте 5 раз, а потом подышите носом. Легче. Вот. Это мы подтянули туда мышцы, понимаете? А теперь, бывает, что уши заложены. Но проглоти, и все пройдет. Не зря же у нас есть соединение в доктор, ухо, горло, нос. У нас все соединяется. А иногда вы будете петь, когда вы будете упражнение петь, у вас будет закладывать одно ухо. У человека долечки разные. Эту, которую поменьше, ушко закладывает, потому что вы растягиваете, и звук его затрагивает. Ничего, все правильно. Никто никогда верхнюю лодочку брал и оказывался на валу. Не было такого? В голову аж плывешь. Да, было. Да, правильно, я на втором курсе точно под роялем оказался. Вот, но это вы подтянули мускулы к черепной коробке, и оттуда же ведь звук бьется, да, летит? Он дрожит, а тут мозг лежит, и он тоже дрожит. Вот и все, ничего страшного. Привыкли, никуда не денемся.
Так вот, чтобы растянуть нам полость рта, вот вся твердая часть у нас работает, да? А дальше, где язычок, так здесь лежит, все вот эти сводики прямо вот таким вот шторкой висят. И сам язык висит. А надо научить его подтягиваться туда, прямо аж как запятой подтягиваться. И вот эти сводики нужно тоже растянуть, чтобы они тоже к костям подтянули, чтобы они иногда... Ой, у меня хрипит. Да не хрипит, а тут трепыхаются вот эти тряпочки. Понимаете, надо научиться их растягивать и прижимать к костям. И тогда этой мягкой ткани уже практически не будет. Она станет сама плотной. И как это делается? А подтяжка идет на зевке. Алло. Вот. И чем вы больше зевнуете, аж до слез, тем слабее. Так вот, упражнение для носа, для подтяжки и растяжки твердого неба. Представьте себе, что у вас в руках гигантская яма, и вы все не хотите запихнуть в рот. Вот когда у Сенкевича в передачке было, когда вот змея залезала к птичке в гнездо, она брала яйцо и надевала челюсть на яйцо и закладывала. Нам нужно научить челюсть надевать на воображаемое яблоко. Представляете? Тогда вдох, и тогда все зубы подтягиваются наверх, особенно дальние. Вот, и зевок подтягивается. И вы делаете такой вдох носом, да? Зевок и укус. Нос, зевок, укус. А связка не трудно. Вот это упражнение поможет растянуть весь полость рта, потянуть мягкие дела. И то, что вы начнете постоянно зевать, говорит о том, что у вас растяжка состоится. Получается. Понимаете? Вот впоследствии уже такого зевка не будет, а сейчас он будет стараться. Это важно. Очень многие придумывают, я тоже этим решила. Ну что? А сами подумайте. Все это всегда выходит, но оно все сжимает. Вокалист – это зевок, вокалист – это объем, вокалист – это звук. Понимаете? И нужно научить ребенка держать эту позицию, поставить и держи. Поэтому упражнение старайтесь давать на объемный зевочек. Потом будет... Когда будете работать с текстом, там уже пойдут согласно. Когда я спрашиваю, скажите, в вокале какая буква поющая? Главное. А? О? Гласно. Согласная. Любая согласная буква главная. Почему? Во время того, когда вы говорите согласно, например, с, да, у вас поднимаются нёба, вот лежит, и вы поднимаете, потом резкий рывок, и все на месте. Уже вытянулся, вытянул с неба, если плотненько сказать согласно. Понятно? Вот. Дальше. Вот это вот упражнение начали. Значит, это обязательно каждый день. Теперь опора. Точно такая же буковка С. Берете вдох. И сквозь сопротивление делайте две вещи. Во-первых, вы опираетесь на живот. Во-вторых, главное, нужно выбросить до конца отработанный воздух. Иначе будет копиться, копиться, а потом как газировка. Вылетала у вас когда-нибудь вот, во время пения? Как будто бы газировка копится. Это мускулы должны научиться выбрасывать до конца отработанный воздух. И значит, мы берем так. Вот это упражнение. Чистишь картошку, едешь в лифте, сидишь на толчке и тоже. Вот эта вещь должна присутствовать постоянно, когда вы научитесь выбрасывать до конца отработанный воздух, чтобы полностью опять заполнить организм легким и свежим воздухом. И вот таким образом надо растягивать ребра, держать его в состоянии зевка. Теперь начинаем думать о упражнении. Еще будучи в утробе мамы, мы уже пели.
Потому что каждая мама разговаривает с ребенком сразу. Это такой дорогой, не тут ты пошевелился, вот ты кормочки не дал. И поем, и они слышат музыку. Уже в 3 месяца ребенок сформирован полностью, голосовой аппарат, слуховой аппарат. Вот. Но мы там подбиваем с мамой, закрыв рот, потому что там воды. И мы поем. И у нас уже оттуда, и когда мы появляемся на свет, мы делаем «Мама!» И пошло «Мама!» первое слово. И вот нужно взять наработанное слово, и нужно его заставить нам помогать петь. И вот первое упражнение, которое вы должны спеть, это находится определенно, ну, каждый свой это наш, да? Находится. И первое упражнение – сомкнутый рот, но не сомкнутые зубки, ровно на пальчик. И мы поем. Одна ноточка тянется. Вы играете арпеджио, как бы сбивая ребят, и в то же время приучаете их слушать не только свой собственный звук, что является мелодическим, да? Но своими аккордами вы заставляете ребенка учиться гармоническому слуху, потому что тут аккорд. И дальше, по полутонам пошли дальше. Не надо очень высоко идти, надо потихонечку петь. И выбросили. Пойте. И тут вот что происходит. Постарайтесь на улыбку. Вы подтягиваете мускулы вот этим костям, и появляются новые объемы, понимаете? Сюда еще уходит. И вот здесь может быть одна проблема. Вы запоете. Это уже слабенький, но ударчик по связкам. Чтобы этого не было, пропустите чуть-чуть вперед воздуха. Получается такое. Потом в результате обучения это исчезнет. И обратно, не больше там кварты, квинты, и все. И уходите вниз, так. И выбрасывайте хвосты. Это обучение, ребята, это тренажерный зал. Вы так петь не будете, но вы научите работать мускулы. Понятно? Чем ниже вы уходите, тем больше состояние улыбки. То есть вы заставляете работать вот это. Второе упражнение уже страшно. А, открытый звук, открыть надо, да? А здесь тоже. Скажи своему ребенку, а что ты чаще всего говоришь? Вот какое слово у тебя в обиходе чаще всего звучит? Как вы думаете, какое слово? Вы сейчас точно скажете. Мама, да? Во-во, я так и думаю. Да, ну, прям. Да, ага. Правильно. Чаще, чем слово «да» и «ага», вы ничего не говорите. Правильно? И вот здесь основная задача следующего упражнения – это самое поганое наше место. Самое тяжелое место – это нижняя челюсть. К сожалению, русский язык нижней челюстной, не как итальянский поверху. И вот здесь мы начинаем тянуть вот эту мускулатуру. И поем, практически говорим. Да-да-да-да-да. Но здесь кончик языка бьет вот эти дырочки, что, эти зубики, чтобы четко знать, где базируется звук. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Выбрасываем последнюю. Да-да-да-да-да. Выкидываем отработанный воздух. Да-да-да-да-да. Язык мягкий. Да-да-да-да-да. Ага. Да-да-да-да-да. И зубки наружу. Да-да-да-да-да. Если вы закроете зубы, то в этой губе потонут все крепенькие звуки. Поэтому улыбайтесь. Да-да-да-да-да. Понятно? И еще, если вот да-да-да-да-да. Выкиньте, да?
Вот пошли вниз. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Мягкий вялый язык. Да-да-да-да-да. Ага, он должен лежать. Да-да-да-да-да. Помните, я показывала как? Да-да-да-да-да. Лодочкой. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. И улыбайтесь до конца. Вот потом я вам покажу, как на улыбке можно уйти. Вот сюда и вот сюда. И вот сюда. Именно она поможет уйти вниз. Следующее упражнение. Это с дернем дыханием. Устали? Да. Ага. Ага. Поставьте себе сюда руку. И чтоб ага была здесь. Да. Ага. 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 Дыхание. Да. Ага. Ага. Да. Ага. Ага. А вот сейчас, чем дальше уходим, может завалиться язык. Да, ага, ага. Кончиком языка спойте. Да, ага, ага. Да, ага, ага. Зубки. Ага, ага. Да, ага, ага. Да, ага, ага. Да, ага, ага. Кончик. Да, ага, ага. Да, ага, ага. Нотка на кончик язычка. Контроль воздуха, который должен срабатывать. Да, ага, ага. Да, ага, ага. А улыбка стоит. Все время улыбка стоит. Зубки все раскрыты. Ага. Вы, во-первых, их заглушаете, а у них у всех сильные голоса. А во-вторых, провоцируете на громкое накричание. Я тоже любил. И о, о! Думаю, от этого они плотнее запоют. Да нет. Они, во-первых, пугаются, а во-вторых, они форсируют постоянно звук из-за сильного здесь звука, они форсируют тоже. Нет, дали, и пошли, и все, и потихонечку. Только поддержка фона, должен звук, должны уши работать, должны работать мускулы и связки, а нагружать их не надо. Так, значит, следующее упражнение. Ми-а-а-а. Легато-стаккато. Легенько-легенько. Ощущение, что вы балуетесь. Ми-я-ха-ха. 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 Язык. Ми-я-ха-ха. Кончика поем. Ми-я-ха-ха. 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 И обратно. Звук будет впереди. Я-ха-ха. Я-ха-ха. И дыхание пошло. Потом это ха-ха уберется. Но сейчас это помощник. Сейчас это тренинг. Понятно? Дальше, ну, конечно, можно там трезвучие, медленно, арпеджии, все эти сделать. Все можно. Это просто. Я вам сейчас покажу такие базовые, которые... Каждое упражнение какую-то группу мышц заставляет работать. Вот, например, такое упражнение, которое чистит интонацию. Вот тоника, да? Полтона вверх, в тонику, полтона вниз. Потом тон вверх, в тонику, тон вниз. Вы будете знать и тон, и полутон. И здесь хитрость в том, что полутона все как бы сжимаются еще ближе, а тона, даже если это секунда, они расширяются. И вот полутоновые ощущения, дети будут, это очень полезное упражнение. Дальше. Все упражнения ведем по полутонам. Вы, наверное, сами так же ведете, правильно, да? Распевки. Упражнение, ну, на стаккато. Да? В зависимости от того, что вы хотите. Вот можно придумать любое упражнение на стаккато. Оно должно быть легким, но есть упражнение для грудного регистра. А здесь, да, скажите, что у вас тяжелее идет, вверх или вниз?
Низ тяжело распеть или верх тяжело распеть? Да? Верх распеть можно за 1-2 урока, а низ тяжело. Подсказываю хитрость одну. Встали рано утром, еще даже не пописали. И встаете и смотрите, для сопран не дальше до первой октавы начинаете реветь, потому что за ночь все сюда опустилось, и вы начинаете как бы стонать вот «Ой, ой, 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 ой». И будете реветь. Можете «Ой, ой, 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 ой». Но хитрость состоит в том, что вы должны вздохнуть, вот, открыли грудной регистр, вот грудное это самое, да, вздохнули, грудь открыли, вот, а обратно не вдыхайте, не вдыхайте, держите вот в этом состоянии грудь. Вот так. Не дальше до первой, дальше подтянется гортань. А впоследствии вас научится. Вы будете вот здесь петь последнюю нотку, а потом бросаться сюда. Потому что бывают песни. Да-да-да-да-да-да. Пройдешь. Та-та-тар. И... Резиночки у нас этой нет. А вот это и надо развивать. Мне часовода за это не выгнали, а теперь все занимаются этим. Поэтому нужно научить эластики мышечные, понимаете? Именно она мешает нам сразу броситься туда. Дальше. Упражнение. Ну, все, наверное, поют мелизмы. Все любят петь мелизмы. Я справиться. Продекте петь не могу. Но для того, чтобы спеть мелизм, нужно научить петь, освободить вот эту часть гортани. И упражнение такое. Это не тихо, не громко. Мэтса вочи, средний режим. И вот если приставить сюда руку, то сюда будет бить звук. А-ха-ха-ха-ха. Да. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вот потом можно придумать. А-ха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 -
Но я вам хочу еще сказать про одну вещь, чуть не забыла, о языке. Я уже сказала, отпустить язычок, да? Он должен лежать, и ямочка посерединке будет такая свободная. Но упражнение для языка – это вот… Так? Это для кончика языка. Дальше упражнение для серединки языка. Так? И дальше. Следующая часть языка. Сейчас я вам покажу, но, пожалуйста, не повторяйте. Потому что музыканты называют его гроулинг. Это манера, которую поет Луи Армстронг. Я вам расскажу, как надо к этому подойти. Ну вот, сейчас скажу. Я не кашляю, правильно? Вы начнете, все закашляют. Все закашляют. Правильно. Это находится рядышком со связками, и нужно этому научиться. Значит, начнем с того, что вы представьте себе, что у вас заболело горлышко. И вот вы делаете это. Так вот, наберитесь терпения, и вот этот звук, одну минуту каждый день. Это важно. Не две, не три, а одну минуту каждый день у вас больное горлышко. Каждый день, запомнили, неделю.
А дальше началось. Следующая неделя. Потом ха-ха-ха-ха. Понимаете? И вы научитесь только терпение, иначе будете кашлять и будете цапать связки. Это опасно. Так? И последнее упражнение для языка, это когда вы берете вдох и делаете вот такой звук. Очень лечебный звук. Это можно хоть каждый день по несколько раз. И потом губы. И это. Да, сетерикс. Губы. Да. Как лошадь. Это тоже каждый день. Освобождение губ. И назад. Ага. А теперь носик. Вот нос. Значит, мы делаем так. Вдох и на него напираем. Ушки начинают работать. А потом начинаем играть. Почувствовать, что вы все челюсть открыта, берете два пальца, засовываете в рот и нажмите на последние зубы. Да. И вот этими зубами надо петь. Тогда вся будет работа челюсть, вот все это, все, металл появится. Так, теперь я хочу вам рассказать и показать упражнение на вытяжку фразы. Ведь очень часто мы поем, поем, и у нас не хватает дыхания, правильно? Очень сложно. И это не из-за того, что вы берете мало дыхания. Нет. Вы просто не умеете дыхание распределять. А для того, чтобы научить распределять дыхание, мы берем в помощники гигзаметр. Знаете, что такое гигзаметр? Правильно. Это стихи, которые написаны... Вот есть у нас хорей ямб. А есть гигзаметр. Этим размером написано «Илиада» и «Одиссея». И вот там первая фраза коротенькая, вторая длиннее, а третья очень длинная. Вы можете взять это произведение и выбрать любую там фразу. Я сейчас вам прочту, и вы сразу поймете, что важно. Важно распределение дыхание, а не много или мало. Вот первая фраза. Он перед грудью уставил свой щит велелепный, дивно украшенный. Шлем на главе его четверобляшный зыблится светлый, волнуется дивная грива, золотая охрест высокого гребня. Но как звезда меж звездами в сумраке ночи сияет Геспер на небе, так у Пелида сверкало копье, изощренное, кое в правой руке потрясал он на Гектор, жизнь помышляя. Понятно? И точно так вы должны научить детей распределять упражнения в вокале. Есть упражнение вот такое первоначальное. Например, я. Или я. Вот
или то, или то. А есть упражнение такое. Мия, 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 мия. Длинное упражнение, да? И вот я когда думала, ну, ёпарь, это... Ой, вы меня простите, я сейчас... Опору мы берем вот отсюда сюда, правильно? Да? И однажды мне приснилось, вот прям как Менделееву. Я ж не дождалась прямо утра, чтобы попробовать на этом. А я подумала, а почему мы берем отсюда? А если отсюда? А если из двух последних ребер? Ну, сейчас я... И вот, вы знаете что? Остановись. Вот смотри, что сделаю я, а потом повтори ты. Вот я взяла, да, смотри. И вот так я... Слышишь, я взяла и бежу. И вот это упражнение, сейчас я бежу, держать вот эти ребра взяли и пошли петь на них и до конца держать их, никуда не отпускать. Вот увидите, как сейчас будет далеко. Итак, мия, 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 ами. Вот. Мия, 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 ми. Хватило? Осталось еще, правда? Поехали дальше. Мия, мия, мия. Мия, 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 есть? Мия, 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 мия. Вот и у меня это получилось. Правда, надо научиться это держать. Это непривычно. Непривычно, но здорово. Любую длинную фразу можно спеть. И вот, конечно, грудной резонатор. Как грудной резонатор? Я вам уже показала, как реветь. А здесь, вот чтобы пропеть грудной резонатор, надо подстанывать. А, 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 а. Понятно? Чтобы срабатывал живот, я выкидывать. Я все зубы поют верхние. А когда мы наверх идем и у нас начинается блок, то добавляем ха. Я рот не меняется. Верхушки все на ха. Я поет глубоко. Зубками бой. Ассолирует кончик языка. Глубоковато поешь. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, спой мне сейчас одна. Спой. Так, а теперь давай мы с тобой споем ре. Ре, э, 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 э. И кончиками языка. Спой. Ре, слышно? Разница, правда? Вот и берите, чтобы далеко звук не уходил, вы видите его на ре. И дальше спой. Ре, э, 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 э.
А теперь добавь на верхушечке, смотри. Ре, хе, хе, хе. Эх, не наверху. Хе, посмотри, ручка, дай. Ре, хе, 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 хе. Поняла? Давай попробуем. Ре, хе, хе. Вот и вытаскивай сюда вперед. О, о! Очень тяжело вышло. Поняла? Все сюда вперед. Дальше я могу вам придумать массу упражнений. Но вот следующее упражнение. Это на широту. Я. Хитрость в том, что вы берете пасть для верхней ноты, а поете нижнюю. Не меняется позиция, для каждой ноты одинаковая. И вот смотрите, и пошли. Я. Повтор последней ступени. А на язычок. Я. Иди сюда, моя девочка, иди сюда. Вот это, иди сюда. Какая у тебя самая высокая нота? Вот это? А давай октавку добавим. А вот теперь я с тобой хочу договориться, чтобы ты не боялась. Смотри, упражнение вот такого плана. Ты выбрасываешь дыхание. На, ты будешь идти, а у тебя пойдет грудь, потом серединка, а потом будет голова, и у тебя начнется процесс доваливания звука. И ты запоешь вот этим голосом. Нет, удерживайся тут, но вот смотри, губа-губа, лежит язык. Вот когда он начнет группироваться, его отпускаешь вперед. Чтобы снова открылся. Но звук, который вы здесь держите, чем выше ты поднимаешь, он вдруг начинает соскальзывать. И чтобы он не соскользнул, нужно его удержать тут, на зубках. Значит, ты выносишь его сюда вперед, вот на эти ноточки, подтягивай сюда и переходишь с буковки А на И. И вот где-нибудь вот здесь на фа, ни, и, и. Поешь так, поняла? И дальше будешь уходить на И, но чем выше ты пройдешь, у тебя уже будет И-И-Э, И-И-Э. Рот-то надо растягивать. И-Э-Э. И в конце концов это будет А-А-А. Не бойся, я буду тебе говорить, что нужно с челюстью делать. Ниже, 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 крепче, крепче. И когда я тебе скажу, крикни, ты в самом деле вот в этой позиции, только не останавливайся, потому что вытяжка должна идти, 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 она будет сопротивляться, а ты иди, иди, иди. Поняла? Не останавливайся и не бойся. Хорошо? Пошли. На, да, вперед, на. Чего боишься? Можешь. Хи, хи, хи.
вот сюда. Ну-ка, ки-ки. Посмотри руки. Дай руку. Подержи это. Еще подержи сюда. Сюда. Пошла. Так. Ну-ка иди, ну иди. Почему боишься? Ну почему боишься? Ты дошла до до. Могла дойти до ми. Ну-ка становись. Так. Ми-ми-ми-ми-ми. Ну дай повыше. А нет, давай на а сначала. На а. А язычок. В чем проблема? Уходит отсюда звук. Иди сюда, дай ручку. Дай ручку, посмотри, что творится. Повтори. Да, а теперь возьми два пальчика и потяни сюда мускулы. Вот, вот, вот сюда, сюда. Вот он, слышишь? Слышите, да? Слышите? Это звук. Ну-ка сделай. Пусти. Чёрт. Выбрасывай. Это на ми-бемоле становилось. Конечно. Вот так можно запросто растянуть вверх и даже вот любого из вас вытащить, объяснить, и вы будете, только если не струсите. Понятно? Вот. Но самое главное, что после вот этого высокого надо сразу запеть а-а-а-яй-яй-яй-яй. А здесь огромный вдох, взяла и не закрывай его. А-а-а-яй-яй-яй-яй. А зубками. А-яй-яй-яй-яй. Еще зубки. А теперь на выдох, на ха. А-а-а-яй-яй-яй-яй. И тише. Ай-яй-яй-яй-яй. Это ми-бемоль. Вот примерно так я учу своих балдуев. Теперь я хочу вам... Что-что? Нельзя? Почему? А, потому что вы когда поете произведение, бывает оно снизу поется, поется, потом идет наверх, высокие-высокие ноты, вы поете, проигрыш, и вам второй куплет опять вниз надо спуститься. И вы, да, именно эту резинку
а мускулатура не срабатывает. Почему я это делаю? Эти исчезают проблемы. Теперь хочу вам сказать по поводу заболеваний, что делать, чтобы не болеть. Наступает лето, босиком ногами по земле, холодное мороженое. Мороженое нужно взять самое жирное, положить его в блюдечко, раздолбать и потихонечку сначала съесть половиночку, потом целое. И есть мороженое всегда, когда хочется, летом. Почему самое жирное? Вы смажете стеночки, и эта пленочка защитит вас от всяких бацилл. А дальше вы будете сквозь нее промораживать горлышко. Вы будете его закалять. Дальше. Мойте, сколько бы в ванне вы не мылись или где-то, ледяной водой от колен и ниже. Ледяной водой. Дальше. Холод наступает, да? Прячете все, что вы хотите спрятать, не прячьте голову. Вокалисты должны спрятать вот так. Здесь можно не прятать. Здесь лимфы, горло, здесь очень тоненькая прослоечка. И то не нужно заматываться, а вот свитерочек, у которого шейка чуть-чуть отходит. Чтобы здесь не было перегрева, и тут был воздух, тут была бы вот такая средняя комфортная. И еще, конечно, мальчишки, девчонки не любят прически портить. Оденьте эту самую полосочку или наушники. Голова может вытерпеть холод, и даже лучше быть в холодном виде. Но не кутайтесь. Когда ребенок кутается, он точно заболевает. И дальше. Что любят связки? Витамин для волоса – это сон. Нужно ложиться, особенно в маленьком возрасте, обязательно до 11 вечера. Взрослым до 11:30. Дальше сон не помогает связкам. Если заболели связки, засипели, первое условие, которое вы должны соблюдать, это полное молчание. А еще вечером прийти, налить полностью воды в ванну, насыпать туда где-нибудь вкусненьких вещей и пролежать в ванне, болтаясь, ничего не моя, от 40 до часа. В этот момент проходит смена крови, цикл. И все застойчики, это маленькие микрозастои, все вымываются, и связочки начинают работать обновленные. Дальше. Что нельзя? Нельзя курить. Я хочу вам рассказать, лучше кирнуть, как говорится, и не курнуть. Кирнул ты, погрел связки. А вот вы знаете, что это смолы, никотиновые смолы. Они ложатся на связки тоненьким слоем. Это жирная основа, такая вязкая. А когда там влажность, там периодически все вымывается. Жирочек вымывается из-за этой смолы, а остается, оседает туда таким тоненьким литком крепкая основа. Как бы лед. Может, помните, по весне ложечки такие или тоненькие ледочечки, да? Вот так, таким слоем ложится основа вот этого вот никотиновых масел. И когда вы начинаете петь, связки тянутся, там, где они растянулись, там ломается ледок и образуется маленькая ранка. Понимаете, кольца. Эта ранка заживает и образуется крошечный рубец. Из сигареты к сигарете рубцы, рубцы, рубцы. И мелкая, мягкая, нежная ткань, эластичная ткань связок превращается в рубцовую ткань. И ничего нельзя сделать. Если у вас образуется узел, его как-то можно срезать и растянуть один рубец. Если у вас там парализация местная, то ее можно потихонечку, нагревая упражнениями, потихонечку отрывать, кровушку отрывать. А с рубцом ничего. Это нужно просто вычистить, срезать всю связку. Такого не бывает. Связка погибнет.
И вы, наверное, замечаете, все курящие люди говорят только внизу, низкими грубыми голосами. Потому что верхняя часть, средняя часть поражены навсегда. Поэтому запомните. И, девочки, если рядом с вами курящие, вы являетесь пассивными курильщиками, у вас тоже ложится смола. Бегом оттуда, где курят. Мало того, в том здании, в котором курят, вот, например, там курилка или что-то, или вот папа где-то курит в коридоре, мимо проскакиваете. К несчастью, доказано последними разработками, что никотин находится в дереве, в одежде, в мебели, и он источает ту же гадость. В меньшем образом, но все равно он источает эту дрянь. Поэтому сигареты не так безобидны, как кажется для нас, для вокалистов. А что делать, если папа занимается, и ты должен в постели? Веник и под зад его. Я сказала, что в доме у нас две певицы, и мой муж никогда не поет там. Никогда. Вот нужно просто поставить ему условие. Ты портишь мне жизнь. Ты портишь мне... Нет, надо поставить это. Понимаете? Нужно до тех пор будет это, пока ты будешь терпеть. И вот СИП, между прочим, у тебя, это может быть и реакция на это. Ты подсиповаешь, у тебя связочки плотно не смыкаются. Это может быть еще ты не наработала плотной связки. Я с рождения там. Ага, вот это очень плохо. Так, я хотела бы тебе сказать, что тебе нужно попеть рок. Поняла? Попеть рок. Возьми Somebody to Love Me из We Will Rock You и попой это. Или Play the Game возьми. Возьми что-нибудь роковое и попой. Научи плотнее смыкаться связки. Поняла? Вот, что полезно? Недожаренные антрикоты, мясо, говядину лучше всего. С одной стороны, с другой, в серединке кровушка. Такая же печеночка, кровушка. Да, это очень полезно. Это питает связки. Много овощей, много фруктов. Все это питает. Замените соль, замените йодистой солью, а сахар замените медом. Лекарства постарайтесь не пить. У вас тут куча эвкалипта. Дышать, пить, полоскать и в постель нюхать. Шоколад можно после урока. До урока ни бананов, ни шоколада. В течение года ни семечек, ни орех. Нет. Наступили каникулы, петь не поете, а хоть ведрами и килограммами. Дело все в том, что вот эта пленочка, которая зернышко окутывает, оно не полностью не растворяется, и оно залезет туда во все складки. И две недели вымывать надо. Мешает. Вот. И лучше потом, когда каникулы начинаются, ой, хоть оплюйся. Это полезно, это хорошо. Но оно мешает. Если застолье, что выпить можно в праздники? Лучше водка и коньяк. Вина тоже с такими же осадками также подсаживает. Что случилось? Вот если случилась беда, и вы проснулись, а вам сегодня или завтра петь, напрочь ничего нет. Запомните лекарство. Лекарство называется гидрокортизон. Лекарство гормональное. Что я вам хочу сказать? Это такой флакончик, как марганцовка. Там вот столько вот суспензии. Обязательно ее нужно взбалтывать. Берете шприц, вытаскиваете 1/3 этого лекарства и вот делаете ингаляцию, ну, на литр воды 1/3 туда. Вылили и дышите, пока не остынет. Вторую часть на следующий вечер, и сразу баиньки в постель, никуда не ходить. И так 3 вечера продышите, и у вас вернется голос. Как гормональное, он тогда подействует, когда эти 10-12 флаконов в вену. А здесь один
на 3 вечера, да и подышать. И там гормон. Нет, мы дышим. Ингаляцию. Вливать можно, но это врач должен влить, так? И на основе какого-нибудь масла, как правило, или оливкового. А? Национальный вопрос. Да. Не надо ни бронхи, ни трахеи. Я имею в виду саму форму доставочную. Есть, у меня есть это ингалятор. Во-первых, это точно атопическое, точно не спалтовое. Здесь поможет легкий налет на связки. Это же отрицательное осложнение атопическое. Он обязательно осядет на склад, как на голову. Если не пользоваться небулайзером или спейсером, а прямо из флакона вшивать, эффект будет... А зачем? А я и не с флакон, не пшикаю. Нет, я же говорю, что это будет капля. Это новая генерация гидротензона. Вы знаете, я не с... Фониатор. Да, я общаюсь с лучшим фониатором из Советского Союза. Есть потрясающий старенький фониатор. Нет, это позже лекарство. Ясно, понятно. Но она-то, слава тебе, Господи, до сих пор, это фониатор Большого театра. Вот, Зоя Андреевна, она просто потрясающая. Она сейчас уже практически не работает, потому что очень старенькая. Но этот человек, есть фильм о ней. Зоя Андреевна из Гаршева, которая ставит на ноги никаких вокалистов. Никаких. Вот, и она мне однажды сказала, как бы, а у меня началась вот концерт, я пою, и у меня однажды началось сужение. Вот 3 октавы мои сузились, поверьте, так финты. И я думаю, так, я за год так научила свой голос, что у меня голос исчез. Я уехала сюда, на юг, отдыхала, молчала, на 45 дней отпуск. Молчала, все, отдыхала. И она до кварты. Выяснилось, что когда идет половое созревание у девочек, это 13 лет, так, ломка голоса, когда идет, и когда менопауза, он тоже идет. И когда все говорили, что Пугачева пропила свой голос, прокурила, то вот для вашего сведения она тоже переживала вот этот вот взломку. Потом голос вернулся. Но это прошло 1,5 года. Так что у каждой из вас это будет годами. Я вам пела, да? Слышно, что у меня что-то там плохо? Ничего. Он прошел этот период. Поэтому вот здесь вот такие вот нюансы бывают, которых мы практически не знаем. А Зоя Андреевна мне все это рассказала и подвела своих студентов, которые учатся на фониаторах, и сказала, вот посмотрите, это тот редкий случай, когда вы можете это увидеть реально. И вот реально это происходило со мной. И с вами, со всеми поющими, это тоже произойдет в определенный срок, когда наступит менопауза. Потом вернется, ничего страшного. Ну вот, вроде бы, все так, галопом по Европам. Да, давайте вопросы. Вы знаете, я поняла, что все-таки заниматься можно. Вот вы подошли по диапазону. В низоне, как правило, быстренько выравнивается голосочек, да? Потом идет середина. Вы доходите до того момента, где он мутирует. Да, до ноточки этой доходите? Не бойтесь, возьмите полтона в работу. Вы начинаете укреплять. Ведь что такое? Вот мышца, да, это ж мышца. Детская сопливенькая мышца начинает матереть, в мужскую превращаться. И она превращается не ровно, а кусочками. И там, где вот, например, здесь уже крепкая мышца, а тут сопливенькая, и тут
и всякие петушиные дела происходят. Это время, и время, оно его исправит. Но если вы будете потихонечку прихватывать каждый раз по полутончику, то вы поможете закрепить эту мышцу, она станет быстрее работать, и быстрее пройдет мутация. Тяжелое это дело. У одного ровно идет, а у другого рваным образом. Это каждому ребенку подходить нужно отдельно. Еще вопросы? Ну задавайте, не бойтесь. Что-что? Да. Нет. Никакого вреда. Если ты это делаешь все правильно, у тебя устал голос, нет? Абсолютно. Да. Не устанет. Если правильно делать, то все будет в порядке. Хочу вам сказать, что голос просыпается через 3 часа, как ты встал. Встал в 9, проснется в 12. Встал в 12, проснется в 3. Вот. Петь нужно каждый день, хотя бы полчаса. Нагрузку на связки нужно давать, иначе они засыпают. Понимаешь? Деточки, нет, как раз тут что неудивительно, что голос начинает звучать где-то в 6, 7, 8. Не зря все концерты в это время. И в 11, и в 12 он еще очень хорошо звучит. Нельзя перепевать. Больше 2 часов чистого звука нельзя. Там уже... Да, а вы еще молоденькие, связочки вас еще не укреплены. И поэтому нужно очень внимательно относиться, не перебивать. Дело в том, что в связках нету нервных окончаний. И когда ребенок перебивает, он не понимает. И только педагог слышит, а вот в одном местечке, а что-то такое засыпело, все. А ты должна так сделать, воздух, и запой тихо высокую ноту. Если она звучит, ты не перепелась. Если она не получается, ты перепелась. Знаешь что, я хочу тебе сказать, самое главное не бояться петь. Не бояться. И вот я не зря перевожу на «и», потому что он начинает улетать назад. Это переходная из серединки сюда в головку. И вот заставляю вас сюда «и», у вас как раз убирается. В конце концов, ты свое «и» будешь брать позже, 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 а «а» будет уходить, уходить, и ты выровняешься. А ты потому что у тебя все трепыхаются там тряпочки, вот так. Все на опоре. Вокал — это вообще сплошная опора. Понятно? Все? Не устали? Тебя опускается, и на следующий вечер то же самое.